Привет! Здесь такая тема. Что станет для вас как гром среди ясного неба? Что прояснится? Что откроется, как седьмая печать? Что откроет небо? Что откроет эта гроза, которая прольется живительной водой и очистит от чего-то? Смотрим. В этой коробочке карты, как обычно, конечно. И здесь карты Таро, вернее, нет, Ленорман и Кипер. А вообще-то младшие арканы Таро – это и есть игральные карты, а игральные карты присутствуют на Ленорман, так что, да, Таро тоже есть. Не был вещий сон. Почему я назвала так видео? Не был вещий сон сегодня. Что открываются небеса, и идет гроза, и идет гром, и молния. Мне был вещий сон сегодня, что было так темно-темно все, да? Я видела все темно. И я не знала, что там, и я спросила, почему я не могу понять, темно очень. И тогда молния, так прошла, иногда мы на картинках видим, вот точно так мне было и во сне. Молния как на картинке, таким зигзагом желтым. Этот зигзаг был мгновенный. И тогда все, как знаете, как бывает так, вот как вы в старом фотоаппарате нажимаете, и вспышка. Вспышка, и все стало видно. Такие были, как кадры. А потом сразу опять темно, новая вспышка, новый кадр. Таких у меня было 9 кадров. Ну, я не знаю другого, как нумерология, число 9. И я поняла, что ну, это вещий сон точно, потому что иначе не было бы 9 кадров. Причем каждый кадр выходил как с числом. Была вспышка, там было число, например, 1 и сценка какая-то. Вспышка, число 2 и сценка какая-то. То есть было, это связано было с нумерологией, число 9 присутствовало. Я подумала, нет, это надо сделать расклад. Вот будет таких 9 вспышек. То есть я сделаю точно по моему вещему сну этот расклад. Актуально, кстати, будет во время вашего просмотра. Итак, вот в этом мешочке. Кстати, он по цвету куртки. Я заметила. Он из этой куртки, кстати. Потому что куртка приходит с мешочком. А вся куртка помещается в этот мешочек. Если вы куда-то идете в поход, вы можете будете ее всю здесь нести. Она такая так сжимается. Но это я к слову. Сжатие нашей жизни, знаете, в этих фрагментах 9. Кстати, кто не знает все, что я говорю, оно является метафорой. Только что сделала очень сложный эфир на канале «На любовь», целый час, поэтому у меня сел голос. Я налила себе кофе. Можно посмотреть мой расклад во время напитка какого-то. Когда вы отдыхаете, ну, извините уже, что я пью кофе, потому что у меня голос сел. Итак, у нас с вами Кипер. Почему я взяла именно эти карты? Потому что их сделала одна и та же компания. Видите, Кипер у нас, а также розовая сова и голубая сова. Две колоды Ленорман и одна карта Кипер. Колода. Я предлагаю вам выбирать колоду или смотреть все подряд. У меня Кипер будет в середине расклада. Вот так вот будет. Розовая сова, Кипер и голубая сова. Итак, что это был за гром среди ясного неба? У меня будет такой вопрос. Что станет для вас этой молнией? Что станет для вас как гром среди ясного неба? Поняли, да? Будет коротенький, я надеюсь, так по делу, потому что вещий сон, его нужно объяснить, да? Но сон был для людей. Если бы только для меня, там не было бы 9 чисел, потому что у меня одно число души, у вас другое. Число души – это только число вашего рождения, доведенное до простого. Например, вы родились 29 числа любого месяца. 2 плюс 9 будет 11. 11 – это еще сложное число. 1 плюс 1 будет 2. Ваше число души – 2. Но поскольку там было 9 таких вспышек у меня в этом вещем сне, я решила, что все мои люди, потому что представлены все числа души по датам рождения,
хотят узнать, что для вас будет как гром среди ясного неба. Вот что он покажет сейчас, вот какую сценку покажет вам Всевышний, высшие силы, карту Ленорман, сценку вашего будущего. Вот сценка вашего будущего, это будут карты. Причем я буду брать по две карты, и одна карта дополняет другого, это как вот эта сценка такая, вспышка, да? Естественно, 9. По вашему числу души можно смотреть, или все 9 вспышек, потому что в матрице Пифагора все цифры есть. Первая вспышка, письмо и коса. Скоро что-то будет, скоро какие-то выплаты, скоро деньги, скоро ценные бумаги, скоро что-то прояснится. Известия, поездки, визы, документы, скоро. Это первое письмо. Это такой экспресс, да, блиц такой, поэтому будет быстро. Вторая вспышка, второе письмо. Это перемены в личной жизни. Там сейчас у вас туман, непонятки. Будет прояснение. Это даже переезд для некоторых. Это новые обстоятельства откроются в личной жизни. Это вспышка, личная жизнь, там квартира, дом, все вместе, красивая жизнь. Такая вспышка. Третье письмо. В вашей жизни вот эти тотемные животные, они вспышка. Медведь – это успех, лиса – это идти своей дорогой и найти свой успех. Здесь развитие своих дел, бизнеса и отношения. Вспышка. Это было 3, 4. Четвертая вспышка. Родственники, новые родственники, новые родственные связи, новые отношения, что-то какие-то новые родственные связи. 4. Пять. Сердце и книга. Это по судьбе любовь и счастье по судьбе. Это вспышка счастья. Счастливое будущее, да? Класс. Интересно. Так, смотрим дальше. Так, у нас было 1, 2, 3, 4, 5. Шестая вспышка. Корабль и башня. Новая работа. Вспышка из новой работы, вы там работаете, это гром такой среди ясного неба. Новая зарплата, новый коллектив, это такое. 6. 6, это 6. Ух ты, кольцо и солнце. Но это любовь на всю жизнь, это выполненное обещание от Вселенной, это богатство, где вы можете себе бриллианты купить, золото, бриллианты. Это было 6. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нет, это было 7, оказывается. 7. 8. Гром среди ясного неба. Что принесет? Ключ и букет. Омоложение организма, почести, клиенты, деньги. Букет – это красивая жизнь, ключевая. Все поменяется, жизнь будет красивая. 9. Госпожа и всадник, ух ты, встреча любви, свидание, перемены, переезд. Для госпожи, для вас. За вами мчится всадник, хочет сделать вас счастливой. Это 9 было, да? Проверю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, 9. Розовая сова поработала. Ну, такой блиц, знаете, потому что были вспышки у меня. Это вечный сон, это было мгновение. Просто мгновение, да? Просто я даже не успела рассмотреть все, не успевала. Поэтому я делаю расклад, чтобы рассмотреть все. Это что-то была за вспышка такая. Поэтому это блиц. Вот такой блиц. Все ответы в этих картах, которые я беру. Загадывайте свои вопросы. Актуально тогда, когда вы смотрите, загадывайте свои вопросы и получайте ответы. Кипер, да? Нет, кипер. Я сказала, кипер посередине. Третья колода будет голубая сова. Сейчас кипер. На дне у колоды у нас мужчина.
Ну, мы не так смотрим, ну, но колоды, может, кому-то нужно было получить ответ. Да, мужчина ответит «да». Вот ваш вопрос, да или нет, да. Итак, вспышки начинаем. Первое число души или первый гром среди ясного неба. Что он откроет? Потому что гром не приходит без молнии. Молния открывает откровение. А гроб и якорь. Ну вот гроб – это ваши предки, это страхи, это что-то закрытое, якорь – это что-то стабильное. В общем, не сидите, не ждите. Стабильность будет нарушена, вы сможете вперед двигаться. Стабильность иногда – это плохо, когда мы боимся. Два. Фальшивая персона и трауриген нахрихт. Вы обиделись на кого-то, кто-то вас обманул. Фальшивая персона – это предатели, лярвы, подселенцы, сущности, оборотни. Это плохие люди. Не волнуйтесь, не плачьте о них. Плохих людей мы переделать не можем. Мы просто должны знать, что, значит, не наш человек. Кто-то в вашей жизни вам вредит. Три. Гута дама и вы. Хаут персон. Тот человек, о котором вы сейчас подумали, считает, что любит вас, вы достойны. Он считает вас очень достойной, благородной госпожой. Это был 3, 4 число, лучше 4 или просто число 4. Gefängnis, тюрьма и ваш мужчина, ваш партнер. Или, либо у мужчины какие-то ограничения, как тюрьма, он ограничен, либо его где-то не пускают, ему не дают прохода, или в бизнесе не пускают конкуренты, или более глобально его не выпускают из страны. А у вас мужчина как в тюрьме, у него большие ограничения, он очень сейчас в сложной ситуации. И это говорит о том, что вы не волнуйтесь об этом, вы просто молитесь, с ним будет все хорошо. 5. Число души 5. Дипшталь и Зайна Геданкин. Кто-то думает сейчас о том, что потеряли деньги, купили то, что вам не нужно. Ну, что сделаешь? Вложились куда не нужно. Кто-то думает о деньгах, кто-то думает о том, что что-то с экономией не то, потерял работу, потерял доход. Кто-то сейчас волнуется, чтобы не было неправильных покупок, неправильных вложений, чтобы были приоритеты в покупках. В общем, кто-то сейчас из вашего окружения волнуется о деньгах. И здесь на волне ничего не дадут. Здесь нужно дальше идти. Это было 5, 6. 6. Число души 6 или просто число 6. Arbeit beschäftigung, Kummer und Widerfertigkeiten. Sorge, проблемы, такие, знаете, страсть в плохом понимании, отчаяние. Вместо того, чтобы отчаиваться, работайте, не сидите, не ждите, делайте, у вас получится. Вот это отчаяние в голове, когда мы боимся что-то делать, не сидите, не ждите, работайте над этим, не покладая рук и с удовольствием, и отчаяние уйдет. Число 7, вспышка такая 7, да? Что же там у нас за вспышкой? Трюба Геданкин, тоже грусть какая-то, тоска. И Райхе Гутехер. Это означает, что кто-то из вашего окружения очень-очень волнуется. Ну, человек богат, или есть, или будет, он волнуется об отношениях ваших, может, обидел вас и хочет попросить прощения. Итак, 8. Да, подождите. Да, число 8. А почему я число не запоминаю? Потому что я в потоке слов, в потоке откровений, да? Итак, unverhofftes Geld, reiches Mädchen. Кто-то хочет вам выслать деньги или помочь материально, взять вас на работу, открыть вам эту визу, что-то купить вам. Но у него сейчас нет возможностей. Но он не оставит вас без внимания, куда-то, может, наследство. Все равно этот человек вам поможет, но не сейчас. Это какие-то выплаты, может, вы ожидаете. Они будут, но не сейчас. Сейчас такое время, когда вам нужно просто перестать ждать. Этот человек, когда, или обстоятельства, когда они прояснятся, тогда выплаты придут. Да? Итак, 9. A militär person и ein langes Weg. Человек достойный, приличный, организованный, знаете, не то чтобы добрый, но честный.
открытый, он к вам идет. Это его длинный путь. Он к вам идет, он вас ищет, он вас найдет, и с этим человеком у вас будет все хорошо, он вам в чем-то или поможет, или станет для вас таким нужным, обязательным. Такие молнии, такой гром, как вначале, как там идет молния или гром, я не знаю, у меня, я во сне не слышала звук, я во сне видела только молнию. Вот. Ну, как гром среди ясного неба. Что будет этим громом, что откроет вам этот гром, что откроет вам это событие в вашей жизни, что будет неожиданного, можно сказать, да, какая информация вам откроется. Ну, вот информация, здесь блиц-информация, она очень быстрая. При молнии нам нет времени рассматривать, мы только так ощущаем. Итак, смотрим дальше. У нас тут голубая сова, как и обещала. Ваше число души от 1 до 9, или же просто число, не обязательно число души. Я даю вам варианты. Вы можете, такой красивый цвет, сейчас свет такой, да, падает, просто даже не голубой, а какой-то вот такой, знаете, какой красивый свет. Не знаю, ли экран передает свет, но я в восторге, потому что я работник света, и кто не знает, я Хелен, Хелена, Елена. Это называется свет, свет, Хель – это свет. Поэтому я работаю со светом, кто не знает. У меня нет софитов, поэтому мои видео всегда разные по цвету. Все зависит от того, какой Божий день, какой Божий свет. Потому что я от Божьего света беру информацию, я не имею права никакие софиты включать. Вот. И поэтому я обращаю внимание на свет. Оттуда через свет приходит информация. Так. Число души один или число души не только, а просто один вы хотите загадать. Гром среди ясного неба. А что покажет молния? Развилка и коса. Видите, время открывать дороги, время не сидеть, не ждать, двигаться вперед, не жалеть о прошлом. Если вы в эмиграции, все будет хорошо. Временные трудности, двигаться дальше. Если вы на работе, двигаться дальше. Не ждите, пока начальник станет человеком. Начальник никогда человеком не станет. Ищите работу, где будут с вами считаться. А коса – это новости. Новые дороги откроются. Да. Цифра 2. Гора и солнце. Но солнце говорит, что вот эти горы, трудности, которые вы сейчас проходите, они уже заканчиваются. Будет хорошая погода, вы перестанете волноваться, всякие подселенцы, сущности, негативные люди, третьи лица, обстоятельства, это все позади вас. Как гору вы уже прошли. Солнце – это успех. Число души 3. Вот такой блиц сегодня, да? Луна и, ну, хорошая карта. Луна – это свой путь. И именно с кораблем хорошая карта. Луна – иногда плохая карта. Например, как Луна и Змея – это плохое сочетание. А Луна и корабль – это очень хорошее сочетание. Это своя дорога. Луна – это своя дорога. Перемены. Или переезд даже за океан. Может, что-то в Канаду приедет. Я буду счастлива, если вы будете в Канаде жить. Кто-то переедет, или вы перейдете на другую работу, или кто-то из-за рубежа, или это новый человек в вашей жизни. Ну, вам показало, как гром среди ясного неба, что вас ждут перемены. Число души 4. Дерево и медведь, ух ты. Ну, это человек по судьбе, это человек успешный, который может защитить. Это какой-то предок, может быть, хочет подставить свое плечо. Но дерево – это родственники, родственные связи или здоровье, мощное здоровье. Вот это так можно прочесть, да? Число души 5. Ух ты, букеты сердца. Сердце будет радоваться, это ваша красота, омоложение, это кто-то готовит букет на конфетный период, это романтика, встречи, признание в любви, любовь. Или же любовь к тому, что вы делаете, вот как я, да? Вы заметили, наверное, я обожаю это делать. Ну, я просто пример свой привела, не думайте, что там что-то еще. Число души 5, сердце будет петь от радости. 6. Мужчина. Господин, партнер и письмо. Письмо от мужчины. Письмо от мужчины получите. От работодателя, любимого, встреча, свидание, выплаты, ценные бумаги, ну, известия. Итак, 7. Число души или просто цифра 7.
ребенок и вы, госпожа, ну, может, дети будут, внуки, новое что-то, новое откроется у вас, новый гардероб, новая прическа, новый макияж, новый крем, новая жизнь, новая квартира, новая любовь, что-то новое, интересное. Да, обычно молния открывает что-то новое. И вот на вопрос, как гром среди ясного неба, вот этот расклад лучше всего отвечает. Что-то новое ждет госпожу, то есть суд госпожу, которая пришла на расклад. Итак, хорошо. Хорошо. 6, 7, это 8, да? 6, 7, 8. Число души 8 или же 8 номер. Выбрать просто число 8. Да? Крысы и башня. Сейчас на работе крысиная возня. Не нужно вам эти сплетни, не нужно. На работе часто крысиная возня, не обращайте внимания. Личность ваша, там какие-то потери, может, деньги потеряли или ссоры в семье. Это все временно. Крысы, их можно извести. Не думайте, не зацикливайтесь, не думайте, что конец света. Это все временно, временные трудности. Пройдете, все будет хорошо. 9, число 9. Книга и птицы. Шикарно. Книга судьбы, кристаллическая решетка судьбы, тайны, родовые тайны, разговоры, которые были тайными, станут явными. Это касательно денег или ценных бумаг, бубновая масть. Будут разговоры с родственниками, с родными. Или же о том, как жить, где жить, переезд, переход, с кем жить. Может, кто-то выездит от вас, кто-то приедет. В общем, новая страница в жизни будет записана вами и еще кем-то. Это двойная карта, это вы и тот человек, о котором вы сейчас думаете. У вас будут перемены, судьба идет дальше, и будет все хорошо. Потому что книга судьбы всегда с птицами, это auspicious, это хороший расклад. И еще бубновая масть, конечно, это деньги, это все самое лучшее, это, ну, все очень хорошо будет. Не переживайте ни о чем, с вами будет все в порядке. Те, кто не знает, что такое число души, пожалуйста, пишите. Если ваша страна под санкциями, вы можете... У меня есть криптокошелек. Вы можете послать мне криптовалюту, и я отвечу на ваш личный вопрос на эфирах. Все другие страны можно послать супер спасибо. А во время вашего просмотра можно стать спонсором канала, можно послать донат на моем сайте. Много возможностей есть. Так что благодарю, кто это сделает. У кого нет денег на криптовалюту или, ну, возможностей, или других, поделиться видео с друзьями. Но это, конечно, не за вопрос-ответ, это просто, ну, по-человечески, за то, что я для вас стараюсь. Благодарю за понимание. Я хочу сказать спасибо донорам, то есть те, кто спонсирует канал. И еще хочу сказать... Если вы не знаете, что такое число души, пожалуйста, напишите, я объясню еще раз. Хоть я много раз объясняла, но я не против объяснить еще раз. Пусть у вас все будет хорошо. Пока.